В Одинцовском городском округе в период с 28 марта по 3 апреля проходит профилактическая акция «Встречная полоса». Ее цель – предупреждение ДТП, связанных с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения, а также снижение тяжести их последствий. Одинцовские госавтоинспекторы призывают водителей не совершать опасных маневров на дороге и не превышать скорость. При необходимости совершить обгон, убедитесь, что полоса свободна и хорошо просматривается, а обгон в данном месте разрешен. Не стоит надеяться только на водительский опыт и стаж вождения.